Я встретил ее у окна, смотрящей кому-то вслед. Хотелось утешить, в глазах ее галерея бед. Решил завести разговор, спросил, как зовут. В ответ сказала мне, будто не помнит, то имя навек забыла. Средь сотен безликих квартир кому ты смотришь в окно? Мол, ей нужно было найти, да только не помнит кого. Зачем ж ты ждешь? Огни в другой стороне горят. Сказала, устала идти за огнями, что ей не догнать. Зачем же себя несчастье ты так любишь? Твердила в укор. Однажды меня любили, значит, и мне повезло. Мы долго смотрели в окно, где видел я стены да окна. Она же смотрела, будто на чьё-то лицо. Оборванной курткой шурша, глотая полуденный свет, стояла у окна душа человека, которого нет.